хорошо на свежем воздухе проделать эти упражнения. Это физкультурные паузы, которые проводятся на многих предприятиях республики. Они снимают усталость и повышают производительность труда. Только в нашей республике в шестой пятилетке на строительство новых санаториев, родильных домов, больниц ассигновано 300 миллионов рублей. Втрое больше, чем за предыдущие 5 лет. В Казахстане самая высокая в стране рождаемость. Сегодня мы расскажем вам о работе медицинских учреждений республики, о людях в белых халатах, которым партии правительства доверили охрану здоровья советских граждан. Первые помощники врача – санитарной дружины. Они помогают врачам бороться за культуру труда и гигиену на производстве и в быту. Заслуженным уважением и любовью пользуется на алматинской табачной фабрике врач Зоя Александровна Юмашева. 3 года назад здесь оказывали только первую помощь. А сейчас в многочисленных кабинетах можно принять лечебные души, хвойные и углекислые ванны. Лечат здесь и током и высокой частоты. Беспокойную профессию выбрал Леонид Соломонович Ярославский. И он не жалеет об этом. По первому зову он готов лететь туда, где его ждут с таким нетерпением и надеждой. Талантливого хирурга знают в самых отдаленных уголках Кустанайской области. Пилот и врач – старые друзья. Еще бы, столько полетов пришлось совершать вместе. И в метель, и в ненастье, в жару и лютые морозы. Молодой врач стал свидетелем и участником замечательных перемен, происшедших в казахстанской степи. У него на глазах выросли эти совхозы и рабочие поселки. И наградой за все трудности и неудобства беспокойной профессии было отрадное чувство удовлетворения выполненного долга. Жизнь человека спасена. За последние годы втрое увеличилось в нашей республике число сельских больниц. 20 лет назад в селе Глуховке Семипалатинской области был только один фельдшер, Франц Викентьевич Лобинец. Сейчас здесь кроме него работают врачи Алла Владимировна Топоркова и Борис Зинович Шагаль. Сколько близких и дорогих нам людей обязаны жизнью скорой помощи. Врачам, которые по первому зову в любое время дня и ночи спешат спасти жизнь человека. Сейчас в республике работает 8000 врачей и более 30000 фельдшеров, акушеров и медицинских сестер. Но этого еще недостаточно. Готовятся новые кадры. В 3 медицинских институтах и 24 училищах обучается 15 тысяч студентов. Как важно в трудную для тебя минуту услышать ласковые, ободряющие слова врача. Главную страницу в истории медицины вписали советские хирурги. Сложные черепно-мозговые операции, операции сердца, легких делают алматинские хирурги. Кабинет лечебной гимнастики. Еще плохо слушается нога, ограничено движение рук. Но нужны терпение и упорство, и лечебная гимнастика поможет быстрее восстановить здоровье, снова вернуться к труду.
На помощь советским врачам приходит укращенный мирный атом. Злокачественные опухоли внутренних органов лечат с помощью гамма-установки. Врач Евгения Ивановна Бурмистрова следит за ходом процедуры. Как вы себя чувствуете? Чувствую себя хорошо. Вас ничего не беспокоит? Нет. Полтора раза за годы шестой пятилетки увеличится количество коек в городских и сельских больницах. Клиника профессора Сызганова. Под руководством виднейшего хирурга республики проводятся сложнейшие операции. На всю жизнь сохранит человек светлую память о хирурге, вернувшем ему здоровье, отвоевавшему смерти его жизнь. Много сделано в Казахстане за 40 лет советской власти по охране здоровья трудящихся. Но еще больше предстоит сделать. В Алма-Ате на 3-м республиканском съезде медицинских работников решали самый насущный вопрос. Министр здравоохранения Казахской ССР товарищ Карымбаев доложил о проделанной работе, о новых задачах, поставленных партией правительством перед медицинскими работниками. О нуждах больниц, созданных на целинных землях, рассказала врач Щербина. Делегаты съезда вносили конкретные предложения по улучшению работы медицинских учреждений города и села, по расширению сети родильных домов, детских яслей. Они резко критиковали недостатки в работе Министерства здравоохранения республики, указывали на недостаточную помощь сельским больницам. На съезде выступили секретарь ЦК Коммунистической партии Казахстана Джан Дильдин и вице-президент Академии наук Казахской ССР Полосухин. В работе съезда принимали участие вице-президент Академии медицинских наук Союза ССР Черниговской и гости из братских республик. Они поздравили трудящихся Казахстана с высокой наградой, орденом Ленина, завоеванным в упорной битве за казахстанский миллиард, поделились опытом своей работы. На съезде выступила министр здравоохранения Союза ССР Ковригина. Живет замечательный лозунг «Здоровье трудящихся – дело самих трудящихся». Дорогие друзья, я хочу вас здесь заверить, что Министерство здравоохранения Советского Союза примет все от него зависящие меры, возможности, чтобы помочь вам, органам здравоохранения, помочь, если потребуется, партийным и советским органам в вопросах лучшей организации всего дела охраны народного здоровья в Казахской республике. И разрешите мне пожелать вам, всем, каждому, и тем, кто присутствует, и тем, кто отсутствует, очень больших успехов в работе и, конечно, и главное, здоровье. Заместитель председателя Президиума Верховного Совета Казахской ССР Крюкова вручает награды медицинским работникам за доблестный труд, поздравляет с присвоением звания заслуженного врача республики. Почетна профессия врача в нашей стране. Не менее почетен и труд акушера, фельдшера, медицинской сестры, санитара. Каждый из них готов сделать все для блага и здоровья советского человека. –